По статистике, в осенне-зимний период увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий. Короткий световой день, темная одежда, слабое уличное освещение, невнимательность как пешеходов, так и водителей может привести к опасным ситуациям на дороге. Чтобы напомнить видновчанам о правилах безопасности, сотрудники ГИБДД провели акцию «Засветись». Помогали полицейским юные инспекторы дорожного движения. Ребята у нас пропагандируют безопасное поведение участников дорожного движения, напоминают о том, что в темное время суток необходимо носить яркую одежду с элементами светоотражающими, использовать на одежде, опять же, светоотражающие элементы, наклеечки, брелоки. Хочу, чтобы никто не нарушал права, ну, никто никого не врезался, ну, чтобы меньше было аварий. Хочется вот рассказать людям о правилах дорожного движения, чтобы не нарушали. Во время рейда ребята раздавали прохожим информационные листовки, дарили светоотражающие элементы и рассказывали о правилах безопасного поведения на проезжей части. Есть где светофор, я жду, пока загорится зеленый, и иду. И когда же посмотрел направо, налево, нету машин, прошелся. А если есть машины, я жду, пока они приедут, и некоторые остановятся, и я пройду. Это важно для всех, для водителей и для пешеходов одинаковые. У нас права и обязанности, поэтому давайте все будем соблюдать. Мы хотим, чтобы все были живы и здоровы, и всем желаю хорошего поведения на дороге. Место проведения профилактического мероприятия выбрали не случайно. На перекрестке у кинотеатра «Искра» расположено два нерегулируемых пешеходных перехода. Мы выбрали, опять же, место там, где у нас, в принципе, были ситуации достаточно сложные для пешеходов. Здесь у нас и в свое время пострадали пешеходы. Поэтому мы еще раз вот на этом пешеходном переходе нерегулируемом посмотрим, как соблюдают правила дорожного движения наши участники, и водители, и пешеходы. Учащийся Видновского художественно-технического лицея Тимур Бекбаев совсем недавно вступил в ряды юных инспекторов дорожного движения. В акции вместе с сотрудниками ГИБДД участвуют впервые. Это надо, потому что, чтобы напоминать людям о правилах дорожного движения, сначала смотреть налево, потом направо. Пока остается машина, надо идти, не ходить на красный цвет. Особое внимание инспекторы уделяли родителям, ведь многие дети копируют поведение своих мам и пап. Когда детишки возвращаются из садиков с мамами, некоторые мамы на колясках их везут, поэтому еще раз напоминаем, как нужно правильно переходить дорогу с такими малышами, либо вести за руку, либо коляску, естественно, не выставлять на проезжую часть, а находиться на тротуаре до тех пор, пока не начнем переходить дорогу. Социальный раунд «Засветись» продлится в Московской области до 26 ноября. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.